А я вам открою секрет. Я сейчас вам открою маленький секрет, что сейчас в стране Карсона выступят перед вами самые-самые маленькие обитатели этой Веселяндии, страны Карсона. А называется коллектив «Фристайл». Хотите познакомиться? Давайте их встретим аплодисментами. Через пару секунд они приготовятся нас поздравлять, очаровывать и дарить нам настроение. Ну что, аплодируем, встречаем! Хлопаем в ладоши! Самые юные артисты! Фантазия. Композиция называется «Нежность». Вот такое романтическое, лирическое название и такие очаровательные танцоры группы «Фантазия». Встречаем аплодисментами, ветерчане, веселее-веселее. Улыбаемся, радуемся. Away.
танцевального коллектива «Фантазия». Но аплодисменты не смолкают. Чудеса, волшебство, искусство продолжается. Встречайте артистку цирка Шаривари, несравненную, очаровательную, неповторимую Марго. Знакомьтесь, хлопаем, топаем и танцуем вместе с ней. Встречайте очаровательных, энергичных девчонок. Они так и называются. Energy девчонки.
Ручки подняли. Встречаем артистов и хлопаем. Ну а кто же еще? Пришел, а вот с ребятами не поздоровался. С какими еще ребятами? Тут же кроме тебя никого нет. Видать, у тебя с глазами плохо. Ты это, очки надень. А где они? Как это где? Наверху. На голове. На фонаре, что ли? Да нет, на голове поищи. Да нет же ничего, у тебя на голове. Малыш, у себя на голове. Ого, сколько здесь ребята, я пришел и не поздоровался. Да. Я пошел, Карлсон, здорово. Давай. Поднимай, поднимаем ручки, привет, малыш. Ну не спеши, малыш, еще с ребятами поздоровайся. Еще раз. Oh!
ты до пенсии здороваться будешь. Ой, я по-другому не умею. Смотри и учись. Выходишь на середину и громко говоришь: «Здрасте!» Понятно? Попробуй, малыш. Понятно можно было и не говорить. А понятно можно было и не говорить. Да я не ему говорю, а тебе. О, я не ему говорю, а тебе. Да я не ей говорю, а тебе. Не ей говорю, а тебе. Тебе, малыш, тебе. Тебе, малыш. Так, все. Подарочки давай. Какие еще подарочки? Ну как это какие подарочки? Сегодня же праздник, а на праздник принято дарить подарки. Да, сегодня праздник. А ты знаешь, Карлсон, какой сегодня праздник? Конечно знаю, сегодня 8 марта. 8 марта, ребята? Здравствуй, подснежник наш. 8 марта, ведь был. Карлсон, подумай хорошенько. Еще разочек, второй шанс. Ну, тогда 23 февраля. Правда? Опять не угадал. Спокойствие, только спокойствие. Спокойствие, Карсон, не переживай. У нас есть ребята, малыши, твои поклонники, которые знают, в отличие от тебя, что за праздник. Давайте подскажем. Вот так вот. Правильно, день защиты детей. Теперь ты будешь знать, Карсон, что точно. Есть 1 июня, и в городе Бендеры самые лучшие ребята на свете. Но он у вас все равно не настоящий этот праздник. Ну чего это? Это почему? Ну на празднике, какой же праздник без поздравлялок, желалок, игралок, шумелок. А у нас будут поздравлялки. О, давай. Ребята, делимся с вами на 2 команды. Команда девочек и команда мальчиков. Когда я буду говорить... Эти руки, у нас есть девчонки? До площади. Поднимите ручки. Вот, а мальчишки есть на площади? Давайте веселее, веселее. Сейчас по команде будем громко-громко, дружно кричать. Слушаем наших героев. Когда я буду говорить «девочки», вы кричите «детки». А когда я буду говорить «мальчики», мальчики будут кричать «праздник». Договорились? Не перепутаете? Нет. Да, давайте проверим. Дружные итак, у нас ребята. Попробуем «девочки». Детки, кричим. Мальчики. Девочки. Громче-громче. Мальчики. Девочки. Мальчики. Здорово. А теперь все вместе кричим. Детский праздник. И давайте и мальчики, и девочки. А я придумала дальше. А теперь давайте кричать и взрослые, и малыши. Крикнем «детский праздник», а потом 3 раза громко крикнем «ура». Сможете? Давайте. Внимание, начали! Детский праздник! Ура! Подпрыгиваем! Ура! Подпрыгиваем! Ура! Ой! Ой, может, хватит галдеть! Пора встречать наших гостей! Ну, точно, точно, совсем забыли, заждались наши юные звездочки. А они очень спешат всех поздравить с праздником, очаровать нас. Давайте встретим следующих наших начинающих танцоров группы «Фристайл». Только дружно аплодируем, а их на сцену приглашаем. Все желают поздравлять ребят и веселить. Перевоз пускай по пути.
мере буду пускать, пускать, сам мере буду пускать, пускать, сам мере буду пускать, пускать, сам мере буду пускать. А у меня на крыше дождь случился. Я весь до ниточки промок, и теперь я заболею. Ты, малыш, должен стать для меня родной матерью и уговорить меня выпить лекарство. Какое лекарство? Ой, какой ты глупый мальчишка. Варенье малиновое. Ну, ребят, у нас же нет варенья. Как нет варенья? Малыш, у тебя друг погибает, а ты варенье пожадничал. У нас нет варенья. А что же у нас есть, ребята? У нас есть какие-нибудь конфеты. Давайте дадим Карсону одну конфетку, раз это такой обжора. Кто поделится с Карсоном? Вот, девочка, вон малыш. Карсон, чтобы ты выздоровел и у тебя больше не болела голова и была хорошая температура, малыш дает тебе конфетку. Вот это тоже сладость. Ура! Случилось чудо! Друг спас жизнь друга! Наш дорогой Карсон с нормальной температурой! И ему полагается пошалить. Ребята, шалить будем? Шалить будем? Конечно. Тогда слушайте нас внимательно. Приготовили наши ручки. Подняли ручки. И повторяем за малышом и Карсоном. И закрыли глазки. Веселее, веселее. Глазки. Закрыли ушки. Глазки. Ушки. Глазки. Ушки. Похлопали, похлопали. Чтобы вы глазки и ушки закрыли, а у вас не получилось. Ну, не получается. А ты почему не смеешься? Что, не смешно тебе? Ты такой смешной, Карлсон. Это я-то смешной? А вот ты, малыш, знаешь что-нибудь про мою волшебную страну, из которой я прибыл? Конечно, знаю. Там же все такие, как ты, весельчаки да сладкоежки. И наши ребята тоже весельчаки и сладкоежки. Поднимите руки, у нас есть такие? Кто у нас весельчак? Подняли правую ручку, а левую кто у нас сладкоежка? Вот сейчас я и проверю, кто у нас сладкоежка. Малыш и Карсон будут загадывать вам какие-нибудь загадки. А вы громко, дружно отвечайте. И проверим, любите ли вы сладости или нет. Загадка первая. Как называется леденец на палочке? Леденец на палочке? Громче, громче кричим. Чупа-чупс. Правильно. Верно. Ура. Угадали. Загадка номер два. Внимание. А что любит Винни-Пух? Любит кушать Винни-Пух. Правильно. А у какой сладости внутри вот такая маленькая игрушечка? Сюрприз! Верно угадали! Внимательны!
еще одну загадку. Самая сложная загадка. Чем любит лечиться наш друг Карлсон? Вареньем! Громче! Вареньем! А теперь еще одна сложная загадка. Каким вареньем он любит лечиться? Малиновым, верно! Ой, ребята, да вы такие же весельчаки и сладкоежки, как и я! Да, мы такие же весельчаки и сладкоежки, а мы еще очень зажигательные шалунишки, такие же, как ты, и очень любим танцевать. Сейчас мы это вам и покажем, и докажем, и продемонстрируем. Малыш, убирай стульчик, мы встречаем наших юных артистов, а я вас пока с ними знакомлю.